22 марта в Каспийске на базе управления образования состоялась всероссийская акция «Голубая лента», посвященная Всемирному дню воды. В рамках этого события был проведен молодежный флешмоб. Атрибутом акции стала «Голубая лента». Это символ чистоты и необходимости бережного отношения к воде. Началось мероприятие с приветственной речи организатора, директора СЮН города Каспийска Зинаиды Салиховой. 70% земли покрыта водой. Вода – это озера и реки, моря и океаны. Кажется, ее так много, но это неправда. Воды с каждым годом чистой, которую можно использовать, становится все меньше и меньше. Отметим, что идея проведения данной акции впервые прозвучала на конференции ООН по охране окружающей среды в 1992 году. Начальник управления культуры города Каспийска Мурат Магомедов также обратился ко всем присутствующим и рассказал о важности бережного отношения ко всему, что нас окружает. Для нашего региона это очень актуальная тема. С одной стороны, горы, из которых текут реки, с другой стороны, море, которое также мы купаемся и отдыхаем на нем. Вам хотелось бы выразить слова благодарности за вашу активную позицию в плане сохранения нашей экологии, наших водных ресурсов. И с праздником еще раз вас. На утренний флешмоб были приглашены именитые спортсмены, чемпионы, уроженцы города Каспийска Шамиль Амиров и Ибрагим Ибрагимов. Они провели с детьми зарядку и показали несколько способов взбодриться. Стоит подчеркнуть, что в акции приняли участие воспитанники образовательных учреждений муниципалитета.